Всех приветствую. Сегодня у нас 14 сентября. Я нахожусь в лесу. Уже 5 вечера. Грибы собирать пришел. Немного дома работу порабил. Собирать грибы пришел. Короче, уже он взял грибочков. Пару штук черноголовика проломанного, белого. Еще одного белого старенького такого. Это в одном месте останавливаюсь по дороге, я там как ехал в лесу. И пришел на мои любимые места тут по горах. По такому лесу смешанному. Обычно тут грибы растут на этих вот местах. Будем сейчас шукать. Надеюсь. О! Сразу зашел, сразу и нашел. Два беленьких. Грибы я не режу, вырываю, чтобы не оставлять у грибницы корень. И вот к этому грибу еще два маленьких приросшие. И вот и два. 4 штуки. Ну это такие старенькие. А это молоденькие. 4 гриба. Ну дай поглядим еще вокруг тут. Ну тут такое место все время. И раньше, и те годы находил. Именно белые грибы. Потом пойдем туда дальше. Это 2 километра. По лесу. Там черноголовики. Боровички. По-быстрому корень чистим. Идем дальше. Вчера был я в грибах. Насобирал почти ведро 10-литровое. В другом месте, правда. Думал, грибов не будет, але тоже нашел. Решил сегодня съездить. Работы-то дома много. Надо стройкой мало заняться. А рамки пчелиные поховать. Ну, все равно в грибы охота сходить. Так я вот вечерком обычно хожу так. Ну, это... Староватый гриб обрезал я просто так. Чистить не стал. Еще поглядим вокруг. Странно поднятая иглица. Тут. Так. Пластинчатая ерунда, так. Получается, тут 4 нашел. Можно сказать, 6. 2 маленьких приросших. Тоже грибы. 4 штуки. Нормальных, так. Сейчас обойдем тут малость, так вот этот пятачок, а потом я пойду там через просеку далеко, за 2 км. Ходить надо медленно, очень-очень медленно, то что большие грибы уже особо повыхватывали, а мелкие среди упавших листьев березовых тяжковато заметить. Солнце уже не очень высоко за тучку сховалось. Часа 2-3 походим до темна. Еще вон какие-то грибочек еще, но не белые. Да я в этом году только 2-й раз по грибы выбрался. Ну они начали расти уже неделю где-то так. На эту неделю был занят и малость. Пчел на зиму подкармливал, да. Мед откатывал, то некогда было по грибы особо ездить. А это... Решил поглядеть, что в лесу. Вот. О, еще один грибок. Мягкие какие-то, старенькие уже.
Я все грибы с корнем рву, чтобы не оставлять эту грибницу, что мне гнила. Так, глядим кругом, вокруг. За 5 минут уже 5 грибов нашли. Так, а где тут лучше курс взять нам? Пойдусь по молоднячку этому. Это неделю назад я дожди шли, как раз прошли. Пчелами занимался, на цветалки снимал, потом вот с 1-го числа где-то гнезда перебирал уже на зиму-то. Как раз грибы пошли расти, получается у нас, после дождика. Ну, он тогда был, после уже не было давно. Не было. Вот и грибок нашел. Малость покусаны сверху. Ну, молоды более-менее. Чуть-чуть желтеть начало. Только. Аккумуляторы на камеру лежат у меня в ведре и ключ от машины. То, что было уже раз сделано. Сейчас со старой машиной ключа загубил. Пришлось взламывать двери, да, замок, да напрямую проводами завозить. То, что был за 30 километров от дома. И уже тоже так вечером ездил, темнело. Пришлось скрывать машину, короче, чтобы до дома заехать. Дома то ключ был запасный, ну, 30 километров уже темнело, некогда было их преодолевать, чтобы за машиной ехать. Так, так что теперь я в карманы не ложу ключи, а в ведро с грибами вместе. Конечно, слабовато грибов, ну, немного прокидаются. Пару год назад то день тут крутился, грибы были. А сейчас народа много. Утром поедешь, много народа. Днем тоже. Ну, вечером меньше, вот одну машину всего бачу, проехала еще. Мы свои грибы найдем, вот, а только что прошел. О, бачите, який сховался грибяща. Да и 2 штуки даже тут. А, не грибы, обманулись, это эти, а бабки, короче. Под березовики. Хай лежать. Да, так вчера был, нашел гриба белого большого. Боровика черноголового. А, присел за ими еще 7 штук молоденьких вокруг. Лосиная вошь куда-то полетела. Только что на глазу зловил, села.
что я тут похожу минут 20 по этому леску. Если так будут грибы расти сейчас, то долго задерживаться не буду. А пойдем боровики черноголовые искать. О, покуда я говорил, думаю, гляну тут полянку светлую. Это грибочек желтенький, ну крепкий. Одной рукой неудобно так чистить. Камеру поставим. И быстро почистим. Мхом даже лучше белым этим обтирать. Бог почищен, забираем. Уже малость насобирали. Есть, конечно, места и получше, это, ну, ехать далеко. Да и в незнакомые места особо не езжу, тут уже как-то знаю малость лет, то знаю, где ходить. Вот, говорили, по 3 ведра боровиков насобирали. Ну это ехать надо 60 километров в одну сторону. Здесь, ладно, 15 где-то, 17 проехал. А то 60-50 километров неохота. Что-то я тут такое побачил. Так. Видно, о, посрезанные ножки. Обычно, где ножки срезанные, там могут молодые расти. Уже пошли решетовики какие-то расти. Мухоморы, гляжу. Местами то, скорее всего, если дождик пройдет, пойдут грибы хорошо в рост. Мухоморчик сбитый. Солнце, конечно, низковато уже. Вчера возле самой дороги, получается, брал метров 200 от асфальта, то больше грибов было. Встречались даже по 7 штук, по 8 местами. Ну, немного таких было мест, пару штук нашел, 3 где-то места, что по 8 штук. А тут совсем одиночки в основном, то сразу 4 было в начале, как зашел. А тут нема. Я уже забег в уголок.
Нам надо вернуться. Сейчас пойду я просеку найду. По просеке пойдем. Через болото. Через болото горами. В другие молодые лес. К ульям. У меня на канале есть видео, я там раньше собирал много грибов белых. Года два назад где-то. Это уже старое видео. А в этом году еще там я не был. Ну сейчас вот тут я пробегу быстро. Найду этот проход. И по нему побежим. Если найду. Не напрямую ломанемся. Просто там возле просеки на бугру черноголовые боровички росли раньше. В темном таком лесу. Где-то та просека. Да, это с угла надо назад возвращаться. Но... Поганки растут. Рыбов покуда не видать. Да, тут уже был. Вот там. Ладно. Хочу просеку найти. Да по просеке перейти. Болото надо там. Если она тут. Я тут не был. В том году я сюда почти не ездил. Что у нас тут? Да-да-да. Ерунда. Не видно. Или их тут не было, или уже собрали все. Хотя если собрали, так видно было вход. Посрезанные, а то нема. Я все-таки прошел этот проход. Наверное. Через болото что. Или не дошел? Где-то тут, скорее всего. Просеку нашел. Все, побежали. Это же раз болото. Небольшая просека. Сегодня в сапогах резиновых. Вчера был. В шлепанцах бегал. Сегодня через болото решил сапоги обуть. Тут, конечно, то сухо. Эти годы все высохло.
Ну, на гадюки водятся. Что лучше в сапогах бегать. Небольшое. Тут это болотянка метров 100 мы прошли, может 150. А тут получается уже бугры пошли. Ну такие темные. Там в одном месте черноголовые грибы должны быть. На черника еще расти даже. Местами. Уже сентябрь. А у нас еще черника. Бу, сладкая. Так, это уже радует. Хоть что-то попалось. А такие не беру. Это, наверное, польские, ну, старые уже. Чтоб молодого взял, старый не надо. Пойдем. Боровички брать. Время мало сейчас поджимаю. Нам еще дойти тут метров. Выходит где-то 500. До другого леса молодого леска. А потом пойду там к болоту. Место хорошее есть. Ну, на этом вот переходе тоже много было рыбок. Попадалось. На горы вот этой. На первой. Да, на этой вот. Что перед нами. Гора не маленькая такая. У нас то местность низменная такая. Это южней. 15-20 километров подчиняются пески и леса, войны. А возле дома у нас болото, пойма Припяти. Ну тоже грибы по кустах растут возле дома прям. А по кустах не люблю лазить. О! Фу, притомилась малость. Быстро иду. Просто уже время. У нас солнце вон где. Над горизонтом. Ну еще часа полтора-два похожу. Думаю, хватит с нас. Уже рыбков собрал. Если повезет, так еще насбираем столько. Тут уже потише бы наметить. Все-таки, наверное, пробег это на том бугру. Надо было возле того, там ствол такой вот поваленный лежит, вот видно. Ну, не видно, мне то видно на кончике ножа. Так, у поваленный ствол, так там на этом, возле ствола боровики черные такие росли. А сюда уже разные тут и черные, и белые, белые боровики. Земля вроде такая, еще сыроватая. Молодые грибы вылазят. Улей видно, холодный старый. Леток раздолбали дятлы. Пчел не видно, не летает. Куда что только поганки под ногами. Белячков не видно. Ну то хорошо, если поганки растут, то и белые должны. Они волнами. Вон гриб
В одном месте растут грибы, в другом начали поганки расти грибы. Потом вот это мои любимые грибки. Черноголовик, но он на сосновой такой горе. Тут сосны растут, то он с белыми такими пропляшинками. Вот еще один. Это два, что попались. Дальше идем. Просил я их глянуть, глянул вперед. Еще один грибок. И вот еще один грибок. Что я и говорил. Если нарваться на нормальное место, так они растут много. Еще вот один в правой стороне грибок. Я песок сразу рукой стираю. Он еще грибок. Ух, попали мы. Сколько уже штук насчитали. Так, глядим вокруг, чтобы не притоптать, главное. А то в азарте не заметишь. Он еще грибок один. Да один, два даже. О, этот уже крепкий чуть на. И тут два. Так, смотрим вокруг. Ну, вроде бы все уже нашел. Один, два, три вместе там два. Три гриба. Потом четыре. Он пять, шесть. Вот еще седьмый не бачу, маленький. Седьмый. И тут восьмой, девятый. Девять грибов. Поляна хорошая попалась нам. Глядим вокруг. Ну, больше не видно. Вроде бы не видно. Я же говорю, где поганки растут, там и грибы обычно. Сейчас мы их все вырываем. В одно место снесу, буду чистить. Плохо, что у меня камера снимает по 30 минут. Всего лишь не знаю, как ее настроить, чтобы беспрерывная съемка была. Вроде поставлю беспрерывную, она по 30 минут всего снимает. Так бы было у меня видео длинное. Сразу на часика 2-3. Я без монтажа делаю то, что на монтаж надо компьютер хороший. У меня ноутбук старый, уже ему 15 год ему. То на нем нельзя монтировать видео. Чтобы что-то смонтировать, это надо 3 дня, чтобы оно грузилось, перегружалось. Раньше то быстрое было, а сейчас еще медленнее стало. Так, заберу сейчас этих два дальних. Это я в одно место их собираю, сношу. О! Даже не два, а три. Вот это красота. Ой, тройничок вышел. О, тройный гриб. Красивый. Как бы завершение первой части видео. Подарок таки нам. Потом дальше пойдем. Не знаю сколько. Этот уже старенький, видно. Ну, крепкий вроде бы. Вот. Шли-шли, не зря мы эту болотянку переходили. Пойдем дальше, там таких гор еще больше. Как эта вот гора, похож. Ой, еще один гриб. Я его и не заметил.